Привет, друзья! С вами Веломода, и сегодня мы покажем педали шоссейные именно для гурманов. Это Shimano Ultegra 6800. Это практически самые верхние педали от именитого бренда Shimano. Чем же они так хороши? Ну, в первую очередь, это, конечно же, их вес. Вес составляет 260 грамм. Это очень хороший показатель. И, конечно же, это их жесткость, потому что сделаны они из карбона, не как-нибудь. Педали выполнены вот в таком вот специальном корпусе. Это углепластик. Они очень жесткие, к тому же они низкопрофильные. То есть высота рамки здесь составляет всего-навсего 10,7 мм. Это очень хорошо для тех, кто любит все доводить до идеала. Вот она, надпись заветная Shimano Ultegra. Здесь есть, естественно, сменная вот такая вот платформа, которая в процессе эксплуатации подтирается и периодически нуждается в замене. Также здесь есть система регулировки жесткости пружины. Очень простая, классическая система. Здесь индикатор. Чем интересны еще эти педали, так это тем, что у них установлены специальные подшипники, которые распределяют вес полностью равномерно по всей оси. Также интересно то, что здесь установлена специальная картриджная ось, которая не требует обслуживания. Также в комплекте идут шипы, вот такие вот S, сейчас скажу, SH11, это желтые классические шипы с вот такими вот креплениями. Это SPD SL, так называемая классика шоссейного жанра. Вот такие вот замечательные педали. Теперь доступны и вам. Всем, кто хотел приобщиться к миру шоссейного велоспорта, конечно же, рекомендуем задуматься о приобретении такого чуда. Чуда инженерной техники. Кстати, сделаны они не где-нибудь, а в Японии. Это именно настоящие фирменные японские шимановские педали. Вот так вот, друзья. Всем спасибо за внимание. С вами были мы, Веломода, и ваши друзья. Поэтому все ставьте лайки, подписывайтесь и будьте счастливы.